Ребята, всем привет! Снова снимаем новый видос. Ой, простите, вот так. Коля сзади меня идет. Вот этот, где он? Коля, ты потерял сиська? Ай, ладно. Сейчас будем жрать морожка. Ага. Сейчас, подожди, мне нужно положить камеру и достать из рюкзака. У меня только 50 рублей, поэтому можем что-то из этого. Нет, у меня еще 5 рублей есть. А, ну получается у нас есть 55 рублей. Ну на что они нам сгодятся? Ну. А, у меня еще небольшая мелочь в ней есть. Нет! Аня, у меня есть. Блин, в кармане пиджака, ну что же ты, Мира? Ой, ребят, простите. Так. Блин, где мой сраный пиджак? Вот я подкрутка, ты чё? Да знаю, мой карман не могу найти. Давай, держу. Сейчас мне просто нужно достать. Ой, так, шо выбираешь? Я же 5 рублей сраные достанете. Трусик. Теперь делим. Можешь эти сраные 5 рублей? Да у меня есть. Да нет, сраные 5 рублей вот эти. Можешь? Ну, я в кармане, ну, на мороженое. А на мороженое, ну, получается... Я чуть побольше, чем 5 рублей. А 5 рублей. Там 2, 2 и 1. Ага. Ага. Так, ну-ка, подержи мелочь. Раз и еще 2. А у меня тут кошельки. Сколько на 7 рублей? А? Сколько на 7 рублей? Получается, нисколько. В смысле нисколько? Так. На 50. Еще плюс 4. Получается 54. И еще плюс 5. 59. Ага. 59. Ага. Так, что выбирать? Фруктолет и зеленый. А мало не зеленый. Я беру фруктолета. Вкусом любви. Нам с яблоком фруктолета, с мангом и, с мангом, и еще красным. Даже 50 получается ровно 50. Давай возьмем себе. Давай кошелек. Вот у меня огромный кошелек. Там и документы, там и все. Спасибо. Понадобится. Так, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Ну, все, я просто... Его. Сейчас просто надо себя сложить. Так, Коля, положи. Сейчас, ребят. Давай, положи мне. Ладно, сейчас сменку положи. Будем время только зайти. Ребят, простите, может, мы так очень там долго вошкались, пока считали, пока купили, пока ждали, пока это все расплата, это было, это вообще офигел просто. Коля, привет. Смотри, яйца. У Коли яйца есть. Не у меня, у мороженого. У мороженого. Перепутал бы, вахая. У мороженого есть яйца. Смотри, яйца. Ну, жопу их уставили. О, у меня тоже яйца есть, только побольше. У меня реально жопа выжидается. А спереди яйца. У меня ко рту прилипло. Холодная. Ага. Лайфхак, если ты не можешь кусать мороженое, просто соседнюю зону очень много, потом сможешь ее откусить, потому что она станет не холодной. Она станет тепленькой. Может, у тебя во рту тепло? Никто не выходит. А в понедельник выходит все. Чего? А он, смотрите, у него есть яйца. На жопу. Жопу, яйца там же. У вас и черные, потом вы не видите. Ага. Ну, у меня вот видно. Вот очертания яиц и задницы.
смотри, бабайки загрызут написано. А, почему раньше такого не было? Там написано, бабайки загрызут. Наверное, закрыто было. Угу. Хотя вроде открыто. Смотри, там такая табличка, магазин цветы, 2 километра. Вот даже 2 километра, потом написано, магазин цветы, закрыто. Ах, это очень сильно. Ага. Даже проголодался. У меня вопрос. А зачем так далеко табличку ставить? Что, дебют? Вот эти ребята, одуванчики. Сейчас. О, одуванчики. Чё? Прикинь, магазин. Здесь такая табличка, в другую сторону от магазина стоит. Дело, ага. Пройди всю планету, чтобы дойти до магазина. Понял прикол? Ребята, кстати, в конце этого урока, когда Мария Борисовна сказала, урок окончен, Коля такой тихо сказал так, вылепетываемся. Если никто не слышал, то еще повезло. У меня сегодня плохой день. Понедельник, бесишь. Английский надоел. Во-вторых, мне сегодня учительница не понравилась по английскому. Светлана Михайловна, бесишь. Да, плохой день. Да. Ну, да, согласен. Одна из... Я угадал, почему. Может, с нами занимаются другие классы, да? Нет. Потому что он длинный. Мне на эти места смотри. Там есть труд. Ага. И все. Пон. И еще? У нас же в среду есть чтение? Чтение. Там. По сути, нам задают много на четверг. Со вторника до четверга. Пон. И вот поэтому мы с вами не видим. Понятно. Катализатор на пластику. Так вот, почему у меня сегодня был плохой день? На меня много кричала Марина Борисовна. На меня тоже. Ну не так много, как на тебя. На меня больше. Потому что мы с Колей играли с котлетой, мы запихали туда вилки. Конечно, ржали, но потом мне почему-то больше всего летит. Почему мне? Я что, такой прилипательный к ссорам, что ли? Я не знаю, кто это рассказал. Это Милана рассказала. Не зря я Елена Сергеевна говорила, что она выскочка, да? Да. Она не выскочка, она кумиса. Одна и та же одновременно, да? Да. А, кстати, у меня тут со вкусом клубничного варенья. Это просто варенье. Угу. Зато не пожалел. Вот. Потом мне прилетело за то, что я просто забыл то, что это... что такое, как его там называют? У меня один вопрос. Можешь рассказать? Ты говорила про блокадные игры. Ага. Я хотел сказать на весь класс. Ну сейчас же не блокады Ленинград, ты что, дебил? Согласен, я тоже такое хотел сказать. Только без дебилов. И даже крикнуть. На всю школу такой выхожу в окно и такой на всю школу такой. Да вы что, и так далее. Так, в общем, я хотел продолжить. Помнишь, когда нам последний урок, и Марина Борисовна меня спрашивала, что там, склонение, как я там забыл? Да. Не склонение, как-то... Спряжение. А, спряжение. Вот, я забыл, как что нужно говорить про спряжение. Я помню, что там глагол, лицо. А потом оказалось, что это было изменение глагола по лицам и по числам. Я просто охренел. Я просто забыл, что нужно изменение глагола сказать. Я забыл его сказать. И на меня наорали. Два. Блин, ненавижу день. Особенно русский. И с этими новыми темами. Мои самые любимые уроки это ИЗО, труд, русский и окружающий. Да. Я такой не русский. Я люблю математику, потому что мне нравится писать какие-нибудь интересные ИЗО, числа. ИЗО вместе с русским отпадают, а вот ИЗО и окружающий мир я прям их ненавижу. Коль, знаешь, чем мне нравится математика? Это, наверное, для тебя очень тупо прозвучит. Потому что я люблю писать числа. Ну,
Я не знаю, ну просто как так можно? Я саму математику по заданиям ненавижу. А вот как просто какие-нибудь там примеры решать, так это... Я люблю математику, потому что это легко. Вот. Ну вот когда тебе взят к доске, когда ты нихрена не понимаешь задачу, вот это настоящий страх. Да. Вот как сегодня Даша, блин, облажалась, да? И Коля такой в уме сказал, два! Мне кажется, это очевидная задача просто. Угу. Там тупо нужно подбирать, ну, там... Да! А нам сказали... Я имею в виду, если, например, число можно разделить на 3 или на 9, то нужно получить 9. А как в этом примере получить 9, нужно как-то понять. И поэтому так ну решать. Да! Вот то что там подбирать нужно, там, понимаете, если, вот как бы я вам сейчас скажу, если... И меня убило еще 9 разделить на 3, у меня там был пример. Нет. Я такой умею, 2. Нет, ну просто она правильно сказала 9 разделить на 3. Да, но это очень долго, это 9 минус 3, это 9 плюс 3, это 9 умножить на 3. А ты бесишь. Ну, в общем, хотел сказать. Я хотел сказать то, что блин, там нужно... Блин, мы выросли нервные клетки в тот момент. Так я скажу. В общем, хотел сказать то, что там нужно делать подбор. Ну, как бы, как помнишь, как у нас на столбиках тех было? Еще когда люди спросили спряжение, и были мысли такая. Там такая тишина, такая, были мысли. Такая. Тогда я скажу уже в конце концов. Я хотел сказать, что нам нужно делать способом подбора. Помнишь, как у нас там на тех столбах было, нужно подбирать числа, да, помнишь? Вот так, на этом задаче было то же самое. К примеру, там, она не решила, поставили ей 2, Вика вышла. Она сказала, 36 разделить-то там на 9, на что? На 3. На 3, вот. Она бы сказала 30, там, к примеру, ну, она сказала бы... Вика была ошибка, но не заметили никто. Угу. Ты увидел? Да. И что? Я помню. Я 36 разделила на 12. Ой, на 3. Угу. Там у нее было 12 метров, а это 12 штор, не метров. Угу. Сразу в кроссовке застряет. В общем, ребят, такой у нас... Да. В общем, ребята, у нас был самый плохой сегодня день. Ну, точно не у Коли, да? Да. Ну, для меня хотя бы одна раз, что я сегодня пятерка. Кто может мне поставить 2 пятерки? Только у меня по одной теме и хорошая, и плохая новость. Коля, постой, смотри. Ля муравьи продумали, селяла них. Ха! Работала спать. Ага. Не, говорю, что они там дырку сделали. Квадрат. Настолько миллиметров в миллиметр, что вообще. Так вот, почему сегодня был... Ну да. Ну, заметно только то, что почему у меня сегодня был по одной теме и хороший, и плохой случай. Плохой случай, потому что мне обещали меня спросить, а не спросили. А хороший, то, что меня по этой теме поставили 5. Хи-хи. Ну, по космонавтике. Коля, тебя тоже. Это надо было на среду. Да. Ну, благо мы взломали Марину Борисовну. Ну, не благо, вообще просто... Кто-то взломал Марину Борисовну, и она говорит, что на сегодня. Найс. Поэтому из-за этого мы получили 5. А Даша, получается... А Даша получается 2. Потому что она не решила задачу. И она такая, то у меня уже Марина Борисовна такая, ну, я не по шутке, а вообще скажу. А помнишь, спросили это на проект или просто показать? Помнишь? Да, ну да. Если да. бы я ответил, точнее, я по-настоящему готовил на выставку. Ага. То если бы я сказал на выставку, мне бы поставили 2. Почему 2? Потому что, типа, я не сделал.
Логично. Ты нашел логику, молодец. А если бы я сказал то, что... Точнее, если бы я сказал то, что это я принес, то когда принесет на выставку, мне скажут такие, разве ты это не приносил? Ну, логично. Иди палку выкинь. Ты весь в мороженое, ты чё? Ты в говне весь. Реально? Да. У тебя и руки. У меня руки все в говне. Согласен. У меня пальцы липкие. Да ты лох, потому что я есть влажные салфетки. И за то, что ты сказал то, что я весь в говне, я не буду дать тебе влажные салфетки. А у меня язык есть. Язык для слабаков. Мой. А то я, если я буду жить в шахте, где я возьму эти салфетки? Изюди. Логично. Женская логика. Ну, мужская логика. Не, нужно оторвать себе жопу и протереть. А если жопа в говне, то еще лучше. Это говно, потом она засохнет, а потом протереть. Так получается, сухое говно протер. Смотри, хочу сказать... Потом говно на палочке. Послушай. Можно с этим ладно сухой? Где они у тебя? В кармашке, в сеточке. Ага. Не, нифига. Влажный сас. Сас. Это бесит. Ой, так, Николь. Хотел сказать, а ты знаешь, что говно, когда им посрал, оно внутри не засыхает, а снаружи засыхает. Поэтому, если ты тронешь палочкой говно, снаружи оно будет сухое, а внутри мокрое. Не мокрое, а точнее жидкое. Как продавать мороженое, круто. А как говно засыхаешь его. Потом делаешь его на палочку. И получается мороженое в говне. Потом там делаешь штуку, чтобы оно не вытекало, через когда ты палочку ставил. Ну понятно. А там вставляешь, а если он на палец так смажется замерз, то что у меня уже какой-то кость сломался, такое ощущение. Ай! Реально, смотри. У меня вот здесь вот на палец какой-то кость сломалась, такое ощущение. О-о-о. Сегодня его сгинать очень сложно. Ну, потерпи немного. Максимально... Давай, сыр! А потом он треснул. Я только мизинец. Не все пальцы, а именно мизинец. Почему-то. Ну, да. Подержи его в тепле немного. Смотри, давай сейчас сделаем... Давай сейчас сделаем... Давай! Я! Говно! Говно на палочке! Это называется мороженое на палочке. Мороженое на палочке. Давай выкинем его. Еще бы. А что, давай еще сделаем? Давай еще сделаем. Ты хочешь сделать, я пошел. Не, я без тебя не пойду. Какой-то дурачок бутылку тут разбил. А кстати, она там сохранилась. А? Она там сохранилась. Она думала, что оно липкое, и стекло на нем прилипло. Да. Ну, прикольный момент был. Да. Ура. Да, наверное, сегодня встретим. Не, наверное, она дома. Слышишь? Вот это на Колю. Это он изображает. Он типа изображает. А? Ты чего? Знаешь, я, кстати, не на уроке слушал, как будто там какой-то автомат вот так рядом с нами стрелял. Вот так как будто было. Кстати, когда... Ну, не сегодня, или что? Ай! Извиняюсь. Не сегодня, когда ты где-то давно, там мы сидели, там был какой-то взрыв какой-то произошел, ты помнишь? Ага. Ты по зубу. Да, помню. Тебе не... Че? Ладно. Тебе не кажется, что там вдалеке слышится Спайдермен? Да! Да не кажется? А мне... Нет, не кажется. Это кажется. А мне тоже кажется. И, кстати, у меня есть доказательства, точнее, у меня нету доказательства, но видел реально Спайдермена. Молодец. Он там стоял, это говно сраное там стояло.
Потом я поворачиваюсь в машине. Он такой из машины вылезает, такой бу! Нет, я обратно поворачиваюсь, он уже дальше стоит. Я такой, чего? Потом обратно поворачиваюсь, посмотри, потом обратно. Он там тоже Слендермен стоит. А, нет, это человек. А? Там мотоцикл, это не Слендермен. А мне показалось, просто человек, кого-то чего он думает, что дурак. Человек. Ой, Коля, не зря я с тобой живу. Типа, ты самый крутой на районе, а? Ага. Сейчас, подожди. Ребят, я сейчас хочу вам показать свою новую музычку. Сейчас. Кстати, ты скачал опять на русском языке? Нет, я зато я скачал новую музыку. Как же не это? Это начало. Начало скучно. Нет, это не скучно. Это прикольная музон. Сейчас, давай самолетики пускать. Yeah.